Всем привет! И сегодня я играю растения против зомби. Не зомби против растения. Так, тихо там, замолчите. В общем, что? Тут что, надо имя сделать? Ну, давайте сделаем имя. Ничего не понимаю я. И ничего ни хрена я не понимаю. Почему? Так чего за хуйня? Я поставлю на палку. Тихо! В общем, я поняла, надо было на английском сделать. Все, сейчас мы сделаем. Замолчите там, ну потише, мы дебилы сразу. Все. Сейчас. Ну, я такую игру сравнила, так что не обращайте внимания. Сейчас вот так еще открыть. Давайте, когда вы не будете, в принципе, это смотреть, я поставлю на паузу, уже когда, когда нормально, когда будет, я включу. Так, в общем, я уже третий уровень, да, я во второй уровень не стала, потому что мне скучно. Ну, что, скучно было. Там, в принципе, всегда скучно. Ну, давайте, погнали. Поставим тогда еще, в принципе. Буду делать все, я практически правой рукой, чтобы не закрывать камеру. Да, пока делал с камерой, и поэтому я здесь много. Блин. Так, ладно. Все, только потише, пожалуйста. Так, ага, не, пока что не умею. Ну потише вы, дебилы, пришли сразу дальше, не мешал. Ладно, давайте дальше будем. Ставить. По идее, что там еще должно быть три. Ну, точнее, дорожки, чтобы зомби трубаки шли. Зомби очень медленные, так что поэтому... Один посол ни хрена не делает. Сон надо как-то накопить бы. Чуть-чуть бы. Ладно, в общем. Побольше бы давать надо. Уже, кстати, можно за 150 купить вишню, которая взрывается у меня. Просто, когда пойдут уже, просто уже будет идти все. Но можно еще использовать, чтобы взорвать зомбаков. Кстати, вот это достаточно сложно купить, потому что у меня все на голове так стоит. Так что надо будет взять пушку, чтобы поставить. Так, надо бы использовать бы... как само называется? Ядерку можно использовать, в принципе, но... В принципе, мы почти уже уничтожили. Я хочу, когда пойду прямо вообще уже вот так пойду в его бан, чтобы использовать зомби. Ну, за допустим, обращу, я покажу, чтобы зомби закупить, в принципе. Тут надо поставить вишню, чтобы не отменяться на цап. У меня даже больше что-то слышно. Кто-то умеет вот так вот говорить. Вот так вот говорить. Кстати, интересно, какую можно еще игру поиграть? Александр Владимирович. Ладно. Какую, кстати, можно еще игру поиграть? Можете написать в комментариях, какую. Например, я могу поиграть сейчас, например. Ну да, достаточно много игр на PlayStation не могу установить, но в принципе можно с Тинькофф, наверное, не получится поиграть, потому что... Ну, можно и поиграть даже в Тинькофф. Куда мне даже чем играть? Ну ладно, я не знаю, ну можно в любую игру поиграть, в принципе. Вот даже Майнкрафт, собственно, тоже вот хорошая такая игра. У меня очень много солнц. И теперь я могу всех их уничтожить, потому что у меня их очень много, и все. Я сейчас пользуюсь, я сейчас бомблю, и нахрен. Их очень много, так, кстати, все. И сейчас я должен был поставить где-нибудь здесь, и взорвать их всех.
данные. Сейчас одного не смогу сверху уничтожить. Сейчас я еще одну поставлю. И все, мы победили за боков. Мне, кстати, попадает за 50 уже, кстати, яйцо, которое щит как бы летает за достаточно надолго. Что тут еще есть? Ага, потом можно будет выбивать всякие. Вот, получается, понятно. Сейчас 24-й левел будем играть. Мы на 5-й все, в принципе, можно уже заканчивать. Да, я захожу просто долго играть, сколько мы 5 минут мы снимаем. Ага, да. Все уже будет достаточно сложно, потому что уже будет везде. Я, в принципе, у меня вот такая вот типа тут. Я ставлю, получается. Вот эти вот штуки, ну как вот эти вот, которые стреляют за 100, которые... Я их ставлю сюда в самом конце, чтобы их не сожрали. Сюда их в конце ставлю на все линии, чтобы везде было что-то. Чтобы не сдохнуть. Надо было какие-то сумки уже ставить, не знаю, это все уже реально очень... Сейчас все это блинчик, я просто их не сдохнуть. Даже бы еще, наверное, щит поставить все-таки, потому что ранее уже. Какой-то длинный день. Севенки кузы. Так, я же срочно буду ставить пушку, все, что я слышу. Пушку, пушку, ранее. Пора. Так. Смотри. А, нет, нам только вот этих надо. Ну, уже нет, нет. Так, так, сейчас вот я сюда, должен, нет, сюда должен закопить еще. Ставим сюда, и я тут еще щиты бы поставим желательно. Еще надо бы, кстати, подсолнухи ставить, они просто дают солнце. Ну, уже видели, наверное, тысячу раз. Кто из вас тоже играет в эту игру, напишите в комментариях. Кто из вас играет в эту игру? Если кто не играет, пишите в комментарии, или кто играет, ставьте лайк. Давай не знаю, если, например, я скажу вопрос, например, вы смотрели, например, там смотрели, не смотрели, вы будете ставить лайк. Ну, если вы смотрели, вы будете ставить лайк, а если не смотрели, пишите в комментариях. У вас нет комментария? Написать сюда, просто не знаю, поделить их из моего детства. Не знаю, спасибо. Вов, прям в нужный момент мы убили его. Надо бы яйцо поставить в том стороне, чтобы защищало наши. И тут сюда тоже, мы уже сегодня скоро уже добьют его, а так не. Мы бы просто везде яйца поставить, чтобы не сделать. Чтобы... еще поставим, но побольше подсолнухов поставим. В принципе, у меня уже нормально. Надо, чтобы только защиту везде поставить, вообще будет бомба. Так, ага, надо бы докопить яйца какого-нибудь. Тут уже он, кстати, хрень идет, надо его все-таки что-то поставить. Давай отлетаем же. Кстати, уже 150 можно взорвать, кстати, за ногу. В принципе, нет тебе защиты докопить. Почему еще так много, как мне так медленно идет? Опять нужен момент, убили зомбака. А мы убили зомбака. Все, мне еще надо поставить, что, в принципе, мне очень крепко защита. Ну, давайте что-то один поставим, потому что это мини-защита, мини-защита. Не нравится. А я сразу еще комментирую, почему-то. Не нравится, что-то очень такую малую комментировать. Кстати, у меня еще на этом же планшете был канал. Было в нем 800, максимум на этом канале, вот, типа, мы сейчас поменяем этот аккаунт, типа, это не другой канал. Максимум было 852 подписчика. Реально максимум было. И вот. Давайте только же наберем опять, кстати, реально. Можно, кстати, только же опять набрать. Кстати, этот же канал у меня остался.
там тоже у меня есть видео, и не остался. Там уже 827 подписчиков, но все равно. Мы уже не снимаем всего, потому что я не хочу, но я нужно сделаю, из моих одноклассников. Это еще какого года, я не понимаю. Ну, сейчас их просто добью, потому что сейчас уже... уже совмещу, я так понимаю. Одно уже рука отпала, и даже уже все, она выпала, лопата какая-то. Да, я поставила вниз, потому что там уже не... Потому что там закрывать, и приходится каждый раз. А, ну, все, пятый левел, так, мы снимаем 10 минут. Так, поэтому сюда опять обучалка будет, скажите раз, пропускаем это. Теперь мы просто выкопать. Там мы не хотим это оживить. Я уже знаю это все. Я уже играла, я проходила. Ну, я только проходила первые 10 уровней, а потом я уже не понимаю, как это проходить, а просто уже какая-то фигня. Так, уже можно на первый день поставить. Понятно, тут, в принципе, сейчас легко будет, потому что... Это за бесплатно дается, так что это очень легко будет, я понимаю. А тут вообще яйца просто. Что-то не катится. А, ну тут вообще легко, это вообще легко делается. Победить, я подождите-ка. Ну-ка. Можно здесь антиядро. Ну, но потом оставим. Чтобы... О, сейчас у вас было один. Если за одно ядро, реально может два часа убить. Нет, это будет два, то есть круто. Значит, почему-то в другую сторону оно какие, чтобы... Чтобы наступает. Ничего, мы все равно их преодолеем. Что я думаю. Блин, даже достаточно легко, но тут очень много идет зомбаков. Так, тогда надо использовать антиядро. Сразу не взорвало. Антиядро не совсем резкая штучка. Как мне понравилось? Не понимаю. Ай, блин, все просто бесконечность. Надо срочно использовать антиядро. Давайте сразу на трех используем. Ух, точнее. А, вот реально, это уже близко идет. Все спокойно. Ауч. Сейчас пойдет наступление. Я использую чем-то антиядро. Я называл просто антиядро. Я так понимаю. Реально, что я не могу там увеличиваться и уменьшиваться, потому что реально. Там могла бы делать очень мелко, чтобы не мешало. О, они очень близко. Реально очень близко. Это смысл очень рядом, можно смешно сбить. А, они тоже очень рядом. А, они уже зашли за пределы. Быстрее. Все, ура, я еле-еле как справилась. Просто реально. Какая-то фигня просто. Ладно. Ну все, это был последний уровень. Всем пока. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока.